Добрый вечер, друзья. Продолжим шагать по рогаликам, по пошаговым рогаликам, и посмотрим на игру Runestone Keeper. Чтобы их активировать, надо собрать нужное количество рун. Например, здесь у нас есть первая руна, а у нас золотых рун вообще нет. А для каждой скрижаль, да, у нас две скрижали есть, удачливые крыза магии, нам нужны золотые. Золотых у нас нету. Одна, что у нас здесь? Здесь у нас выбор персонажа. У нас есть парень. Восстанавливает здоровье при приходе на новый этаж. Чем больше врагов убито в прошлом, тем сильнее восстановление. Есть сваха. Восстановление здоровья равное двойному количеству маны, требуемой на заклинание. Есть еще Валеро. Шанс восстановить 5 брони при убийстве монстров. Шанс небольшой, но попробовать, наверное, стоит. Есть еще Морте. За убийство врагов с маной будем получать ману и Делламари. За каждый труп на экране увеличивается урон. Давайте, наверное... А, за денег, конечно, денег можно пытаться открыть новых персонажей, но денег нам не хватает. Либо достичь определенного количества уровня с какой-то скрижалью. И на такой определенной сложности. Вот это нам не светит. По крайней мере, пока. Ну, давайте возьмем Валеру. Что у нас здесь? Здесь у нас улучшение. Здесь даже неплохо. Начальная мана у нас увеличена на 3. Небольшой шанс избежать ловушек есть. Вот начальное здоровье бы еще увеличить. Так, а здесь... возможность что-то купить. Что у нас есть? Лампа душ. Которая позволяет нам получить опыт. Равно нужно кое-что душ. Святая вода, которая очищает от эффектов эрозии, яда и проклятия, дает иммунитет до конца этажа, и золотое сердце, что превращает все сердца в золото. Давайте, наверное, ничего брать не будем, а просто отправимся вниз. У нас есть заклинание. Дыхание дракона, 100% урона одним трем целям за 3 маны. Маны 9. Так, сложность. Пусть будет нормальный. Так, можем поклоняться одному из богов. Прям богу камня, самому благородному из богов. Начальный трой будет больше. И будет увеличиваться максимум здоровья по поднятию сердца. Бог богатств. Одно золото при раскрытии клеток. И больше золота в конце игры, но меньше урон. Богиня магии. Элементальный урон больше, но и физического урона больше получаем. Ну и забирает нас единичку интеллекта и единичку максимальной маны. Есть бог войны. Можем при входе в новый этаж вычесть урон на 10. Ну, давайте сохранимся тебя. Пусть будет. Дает нам кольцо войны. Так, это мы переключаемся между сетами. А где у нас кольцо войны? Вот у нас кольцо войны. Плюс один физический урон и минус одна мана за каждую раскрытую клетку. При переходе, то есть в начале этажа, мы будем терять всю ману. Что может быть не так хорошо. У нас есть лук. Изначально. Лук. Лук у нас есть.
Ну, мы давайте уже отправимся вперед. Вот у нас есть этаж. Мы находимся здесь. Нас почему-то решают не отображать. И мы шагаем по клеточкам. Шагнув на клеточку, мы можем открыть то, что там есть. Тут, например, есть детектор. Можно наполнить детектор душами, чтобы посмотреть, что там может прятаться. Но ему надо 10 душ. Допустим, у нас душ нету. У нас вот одна душа. Вот давайте походим рядышком. Собираем. И ходить надо аккуратно, потому что не все клетки у нас безопасны для наступания. Но плюс где-то в клетке можем напереться, напороться на монстра. И это значит, что придется с ним сражаться. О, мы что-то нашли. Гаечный ключ. Чинить баллисту для повторного применения. Давайте возьмем. Так, у нас 10 есть. Давайте используем 10 душ. Вот здесь вот есть кто-то нехороший. Но мы к этому нехорошему пока не пойдем. Мы его пока обойдем, хотел сказать я, но наткнулся на бомбу. Так, баллиста в эту сторону, конечно, может стрелять, но это у нас что? Лазеры татуировкой дают силу, неподвластную даже богам. Можно взять себе татуировку, восстанавливать одно здоровье за убийство. Давайте. Иммунитет к слабости. Можем взять еще. Не сможем, к сожалению. Ладно, но вот за убийство будем не только получать с некоторым шансом броню, но и восстанавливать здоровье. Так, оживший тролль. Оберег от смерти. Один раз избегает смерти, оставаясь единичкой здоровья. И после смерти отдает ману. Хотя атака сейчас 12. Сундучочек. В сундучочке у нас есть шерстяные перчаточки. Их мы возьмем, что... А, в принципе, мы их даже наденем. Шанс крита — это хорошо. Это что? За 20 душ восстановит 2 маны. Не. Так, можно сказать, да. Урон по нам идет в броню. Если, конечно, монстр успевает ударить. Надо было, наверное, в конце брать. Отречка. Мы нашли выход на другой уровень. Но, чтобы выйти, мне кажется, надо еще ключик найти. Монетка. Это хорошо. Так, можем... Плюс 3 мана. Экипировку взять или предмет. Давайте экипировку возьмем. Из экипировки мы... Ну, вот из того, что предлагают, тут требуется больше силы. А мы силу, кажется, богу отдали, да? А этот длинный рук резкости, он неплох. Игнорирует вражескую броню. Можем взять его на будущее. Можем взять, конечно, капюшон резкости. Плюс 5 здоровья и увеличить шанс на попадание. Давайте идем плуг на будущее. А дубинку можем... Так, да, дубинку мы носить не можем. Можем дубинку сейчас продать. Ну, не можем продать. Ладно. Мы можем взять себе капюшон. Деньги у нас есть. Так, остальной щит блока. Наверное, нет. Здесь целых 9 сил и 7 надо. Надо будет хотя бы 3 силы накопить. Поэтому давайте на этом остановимся. Возьмем себе капюшончик. Сколько у нас по силе? 2 силы, 6 ловкости. Ну, как раз единичку силы получим потом при повышении уровня. Неплохо. Тут, в общем, указаны все наши статы. Так. Закрываем, закрываем. Продолжаем исследовать. Так, и еще одна баллиста.
Давайте потратим, что у нас. Где, говорит, что-то есть. И еще одна баллиста. Баллист тут много. Ну, давайте выстрелим. Сюда. Так, ну из плюсов мы нашли ловушка-искатель. На следующем уровне можем найти и избавиться от ловушки. Заберем себе немножко сердечек. Ну, я полагаю, больше нам тут делать нечего. Давайте спускаться вниз. И на второй этаж. Сразу можем обезвредить ловушку. Что-то мне не нравится, как все идет. Точность увеличивает про следующие атаки. Это, наверное, хорошо. Ай. Ладно. Как бы нам с тобой справиться? Так, ну мы открыли уже много клеточек. Я думаю, теперь... Да. То есть нам надо открыть побольше клеток в самом начале, а потом уже начинать сражаться. Покажите. А что, все? Мы знаем, что здесь есть враг. Давайте его откроем и выстрелим. У нас новый уровень, нам нужна единичка силы. Силы. Не только из-за урона в ближнем бою, сколько из-за возможности взять себе лук помощнее. Так, 12 золота, какой-то предмет. Давайте посмотрим, что это такое. А, это мана, судя по... Да, это с этим. Ну, все равно стоило узнать. Может, эта мана выглядит немножко по-другому. Спускаемся ниже. В целом, пока все довольно неплохо. Давайте обезвредим одну случайную ловушку. Напоримся на другую. Так. Осталось 14. Оп, а так уже 20. 21, 22, 23. Все, максимума достигли. Нашли крестик. Бессмертие на 3 хода. За 15 душ. С ним монстров не было. Ага, и мы встречаемся с событием. Вынимая свой клинок из очередного убитого монстра, мы слышим голос эхом, проносящийся у нас в голове. Преподнеси мне свою кровь, смертный. Можем проигнорировать голос, можем перерезать вены без промедления или использовать кровь существа в качестве подношения. Но же просит свою кровь. Давайте перережем. Что нам? Бог войны крайне доволен вашей жертвой. Урон плюс 2. Но вы в реальной жизни никогда не делаете. Если какой-то безумец попросит перерезать рену, вы пошлите его подальше.
Так, что у нас здесь? Кожные ботинки, кинжал плюща и монетки. Берем все. Ботинки сразу надеваем. Что они дают? Плюс 3 уклонения, плюс 5 брони. Замечательно. Кинжал плюща. Плюс 3% шанс на попадание. Игнорирует вражескую броню. Но в целом неплохо. Надевать мы его сейчас, конечно же, не будем. Лук у нас лучше. Так, мы нашли еще один предмет. Предмет, который позволяет возможность найти другой используемый предмет. Так, ну давайте навыку научимся. Повысим навык. Навык мы повысим какой? Если это будет сила, то выше урон. Если будет ловкость, то урон в дальнем бою, плюс точность, плюс уклонение. Давайте мы в основном из лука стреляем. Интеллект и выносливость нам, наверное, не так нужны. Так, и из навыков можем научиться террору. Плюс 4 к урону на 4 хода. За каждое убитое штучение заклинания в таймер сбрасывается, и мы выучим наш урон еще. Ну, давайте выучим. Мы знаем, что это ставочка. Но все равно буду сходили. Чтобы получить больше опыта. Продолжаем спускаться ниже. Так, вот давайте, кстати, используем фонарик, чтобы найти монету судьбы, жизнь или смерть. Давайте используем. Прикольно. Монетка нас убила. А ведь все было так хорошо. А, шанс был 50%. А? Окей. Ну, может, в следующий раз повезет больше. По крайней мере, мы получили достижение. Что тоже неплохо. А, давайте сразу сделаем второй забег. Так, где у нас наш бог войны? А то у нас потом здоровье просело, да? Давайте. Поехали. А вот здесь уже нам руны не хватает, чтобы выигрывать себе татуировочку. Увы. Так-то иметь возможность восстанавливать здоровье за убийство было неплохо. Топорик, ну мы возьмем. Надевать мы его, конечно же, не будем. Так, натачивает оружие для гарантического критированного крита. Ну, не по призраку же критом быть. Так, возьмем себе какой-нибудь предмет, наверное. Что предложит? Плен демонов, чтобы убить существо с большим количеством здоровья. С большим количеством здоровья. Или детектор существ, чтобы обнаружить всех существ. Ну давайте фолиант демонов возьмем. Ну и столкнемся с каким-нибудь большим, страшным. Здесь мы тоже все возьмем.
У нас вот обычный лук, да? Которым мы пользоваться даже пока особо не можем. Давайте хотя бы короткий лук возьмем. Игнорирует вражескую броню. Уже неплохо. А потом вот силу накопим. Уже длинный лук в руки возьмем. Все, тут мы все исследовали. Погнали дальше. С каждой следной клеточкой у нас атака увеличивается. А, ловушка... Увеличиваем силу. Это выносливость была. Кто ж такой выносливость-то обозначает? Бу. Ладно, подождем еще уровень. Постараемся не умереть до этого. Так, у нас есть предмет, который перемещает существо на случайную открытую клетку. Это, конечно, неплохо. Но пока нам это не надо. У нас есть возможность продать. Я лук продал. Ну ладно. Секретная маска лишает все видимые существа их навыков. Труд душ отделяет душу существа от его тела. Дает 10 душ, но не дает опыта. Не, опыт нам нужен. Как мы иначе можем нашу силу-то увеличить? Мы знаем, что там ловушка. Ловушку давайте ходить не будем. Нет, не хочу, что это за устройство. Две маны восстанавливать? Нет, не надо. Ману восстанавливать не надо. Здоровье немножко восстановить. Или немножко денег. А давайте немножко денег получим. Деньги у нас, конечно, есть. Так, это что? Показывает расположение хранителя ключа. Да, тут есть один монстр, без которого нас с уровня не выпускают. Я думаю, дорогу к выходу мы и так найдем. Входим. О, мы знаем, что рядышком у нас нет никого страшного. Покажите мне, вот здесь у нас есть монстр. Можем взять тебя. Разместить, и ты покажешь нам, где все монстры находятся. Все, получили ключик. Хорошо, когда мы знаем всех монстров. И когда у нас достаточно атаки, чтобы справиться с монстрами. Все, открыли выход. Это что? Статуя бога. Какого-то бога. Давайте узнаем, что это. Бог камня. Самый благородный из богов. Начальное здоровье плюс 10, максимум здоровья плюс 1 при поднятии сердца. Не, мы другого бога себе выбрали. Мы, наверное, сейчас этому богу поклоняться не будем. Зелье конфуза меняет местами урон и здоровье существа. Мы так справимся пока со всеми. Теперь возьмем немножко здоровья, хотя у нас сердечек, в принципе, много было. Все, весь уровень исследован. Вот, давайте возьмем себя. У нас есть слот свободный. Так, за 40 душ восстанавливает 20% здоровья. Ты за 20 душ восстанавливаешь 20 маны. Еще поисследовать немножко. Все.
разобрались. Пояс эрозии просто пояс. Берем, но надеть, к сожалению, не можем. Потому что надо как минимум 3 силы. Надо было силу повышать, а не выносливость. Ну вот вижу что-то. Эта штука же похожа на бицепсы. Похожа на бицепсы. А бицепсы обычно в играх что? Правильно, сила. Так, а тебя мы за один удар не победим? Надо пенять за 2. А, нет, смотри, победили. Крит. Бывает же. О, золотой. Кровавая пелена. Все остальные монстры атакуют 2 за ход. И всегда атакуют первым. Это мы еще посмотрим. Вот в этот раз мы уже берем плюс 1 к силе. Плюс берем себе руну, которая нам явно понадобится. Так, перед тем помолиться Богу? Нет. А вот, да, тот лук мы продали. Ладно, что у нас есть пояс, который там плюс 5 удачи и увеличивает шансы на попадание. В чем разница между... А, да, просто плюс 5 удачи, который не увеличивает шансы на попадание. Так, наверное, в оружейном магазине есть что-то интересное из... Наверное, есть, хоть и шанс крита и удача. Вот тебя можно и взять. Тебя можно продать. Продать. Дальше когти, все прочее не нужно. Мы также будем, наверное, лучника отстраивать. 1 здоровье плюс 2 маны в начале каждого уровня. Наверное, нет. Черный железный... Щит зачарования и гоблина. 12 силы надо, я не думаю, что мы сможем 12 силы накопить, учитывая, что у нас сейчас силы 3. Это с большим трудом. Видели? Монет. Надеваем перчатки. Шанс по крита и удача. Пусть у нас будет. Так, и можем выучить навык. Место и навык у нас есть. Но применять его все равно пока не сможем. 3 интеллекта надо, к минимуму, чтобы применять жертвоприношение. Внести в жертву 7% максимального здоровья на увеличение урона в 1.5 раза. На один ход. За 5 интеллектов можем взять тьму черепов. Запускает 3 плюс количество трупов на экране стрелы в случайного врага, каждый из которых... наносит 30% урона. И есть огненный шар во врагов, наносящий 50% урона. Давайте тьму черепов выучим, а мы не можем выучить. Говорят, не самый лучший кандидат для знаний. Ну что вы, я стараюсь. Так, кожаные сапожки взяли. Привычка, нажимаю эту кнопку. Плюс 3% уклонения, это неплохо. Короткий меч нам пока не нужен. Мы будем ходить с луком и игнорировать вражескую броню. Это что? Гробница памяти павшему герою. Давайте возьмем. Мы нашли нашу могилу в прошлой жизни. На здоровье и мана были восполнены. И плюс мы получили предметы. Хорошо, у нас есть капюшон резкости. У нас есть кожные ботинки куполов. Плюс 5 брони будет давать помимо уклонения. Это хорошо. Осталось найти еще лук. Такой же, который был. Все довольно неплохо. Так, мертвая кисть превращает существо в камень. Не убивая, но позволяя полностью проигнорировать. Наверное, не нужно. С камня там опыта не получим, а опыт нам нужен, чтобы качать свои статы. Исследовали весь уровень, можем за душу восстановить немножко здоровья. Хотя могли сделать это просто вот так вот, не тратя души. Давайте отправимся на следующий этаж. Это что? Уничтожает одного элитного монстра. Неплохо, давайте возьмем. Ты не элитник, а чего у тебя? Броня всех монстров выше на 100%. Хранитель в камне.
А смысл нам, что у тебя 24 брони? Мы броню-то игнорируем. Ага, события. Войдя в эту комнату, у нас появляется желание развернуться и пойти в другом направлении. Все вокруг пропитано запахом гниющей плоти, а посреди стоит огромная топка, смотря на нас своими зловещими глазами-решетками. Сама комната разделена на три части. Раздетые трупы слева, все, что принадлежало им при жизни, по центру, а третья же уставлена урнами и бутыльками разного рода. У топки вы замечаете увлеченно чем-то занятого тролля. Здрасте. Мы постучали оружием по стене, что отвлекло создание от своей работы. Он взглянул на нас мельком и отвернулся к своей работе, разговаривая с нами через плечо. А нужно чего? Я вот жидкости умею делать всякие. Извлекаю их из трупов. Ими потом можно намазаться и стать невидимыми для всяких созданий, а? Надо? Меняюсь на рунные камни. Не, неинтересно. Вам не показалось интересно предложение тролля. Мы без жидкости неплохо справимся. Все, атаку максимум до 22 увеличили. А значит, что за 2 удара мы расправляемся с этим монстром. Можем взять себе пояс. Хотим. Он вот нам новый литник нужен. А литника еще надо найти. Что у нас здесь? Возможность изучить навык. Вот теперь нам предлагают те навыки, которые мы можем взять. Готов к битве. На один ход увеличивает урон на 100%, позволяет ломать заблокированные клетки. Плюс можем снять броню. Но мы броню и так игнорируем, наверное, нам это не так интересно. А вот готов к битве взять, наверное, стоит. Возмездие, навык, который требует 4 силы, парировать следующий удар, нанеся удвоенный урон обратно. Давайте готов к битве возьмем. Тут столкнемся с кем-то большим и страшным. Это у нас что? Магострастный червь. Дает ману по количеству здоровья, да? Здесь можем восстановить немножко здоровья. Угу. Восстановить здоровье чего-то не можем, пока нет у нас этой руны. Увы. Хо-хо, а вот элитник. Это элитник? Охотник за душами. Нет, это был не элитник. Просто атакой победа. Берем себе легкий арбалет. У него 4 это 8 атаки. Также инвигирует вражескую броню, но требует на 1 силу больше. Ну что ж, надо бы тогда в следующий раз силу еще раз повысить. Легкий арбалет гончий. Это же лучше, чем просто арбалет. Храм жизни. Освещается рунными камнями. Если бронза, можем увеличить максимальное здоровье на 10, серебром на 20, золотом на 30. Новый предмет, который мы до этого не находили. Но, наверное, отдавать рунные камни за это мы не будем. Ты же все еще не элитник, да? Ты все еще не элитник, зато мы можем улучшить нашу атаку. Атаковать тебя, чтобы сразу с тобой расправиться. И нам надо увеличивать силы, чтобы получить возможность носить более мощное оружие. Например, легкий арбалет гончий. Хотя он дает всего лишь по 14 шансов крита. Игнорирует вражескую броню. Но у него 8 атаки. Да, он намного лучше, чем просто легкий арбалет. Шанс крита — это всегда хорошо. Наковальня. Восстанавливает броню. Давайте восстановим. 15 брони. Это что? Нужен ключ. А мы ключик здесь потратили, да? Можно нам еще один ключ? Пожалуйста, там что-то золотистое. Надо бы, видимо, сперва сходить, посмотреть. Так, давайте.
Че, у вас два? Ладно, минус один. О, ключик. Здорово. Я тебе экипировку помощнее. Да, давайте возьмем. Можем взять себе длинный лук исследователя. У него атака меньше, но появляется шанс отправить врага на три хода и намного больше удачи. Вопрос, а зачем нужна удача? Так, в принципе, у нас есть капюшон. 5 здоровья, 4 шанса на попадание. А нам предлагают... А мы уже закрыли все, да? Мы уже обратно не посмотрим, что там было. Жаль. Так. Пока. Мы получаем крыло хаоса. Что это за крыло хаоса? Это щит. Это щит, который дает нам шанс на блок 10%, 5% к сопротивлению, 5 здоровья за убийство и 2 здоровья при открытии новой клетки, плюс 5 удачи, плюс 15 брони. Штука классная, но мы возьмем, наверное, все-таки арбалет в руки. Мы можем теперь вот так вот взять, чтобы не потерять. Если только понадобится просто блокировать, или мы как-то потеряем наш арбалет. Ух ты, еще один. Два элитника, это... А больше тут нет. А, есть. Ладно. Давайте еще одну экипировку возьмем. Так, что можем взять? Можем, кстати, продать уже. Короткий лук, пояс, ботинки и арбалет. Нам они не нужны. Капюшон Росомахи есть. Кольчуга кристалла. Сопротивление магическому урону дает. Кожный колпак червя. Да, наверное, нет. Арбалет эрозии требует больше силы. Чуть больше урона носит. Увеличивает шанс на попадание. Вот на плане наш арбалет, наверное, получше будет. Топорик гремучей змеи. Ну, давайте возьмем. Просто заменим. Так. Все, тут все исследовали. Давайте заберем часть предметов. Руны у нас по-прежнему нету, поэтому спускаемся дальше. Это что? Превращает два другие предмета в души. Наверное, нет. Это снимает слабость, восстанавливает здоровье, равное половине открытых клеток. Неплохо. Так, нам бы еще немножко клеток понаоткрывать. Хотел сказать те, но мы натолкнулись на монстра. Поэтому разыгрываем карту «Готов к бою». Побеждаем тебя с одного удара. Вычиваем уровень. И давайте возьмем себе, наверное, ловкость. Чтобы еще урон в дальнем бою. Плюс уклонение, плюс точность. Мы все-таки из лука стреляем. А сила нам пока не нужна. Вроде как. Кстати, мы можем сделать так. Говорит, выход здесь. Окей, броню у нас целых 15. Монстры пока угрозы не представляют. Вот он выход. Уничтожает броню всех видимых монстров. Да мы и так броню игнорируем. Это что? А, возможность объединить три руны одного типа в лучшую. Ну, давайте. Нам золотые-то руны понадобятся, чтобы в конце скрижали искать. Ну давайте объединять руны. Так, здесь у нас магазин предметов. Мы можем продать короткий меч, перчатку.
нас глаз. Наверное, пока нет. Ух ты, он большой. Он большой и страшный. Давайте разобьем тебя. И убьем сразу же. Вынимая свой клинок из очередного убитого монстра, мы встречаем бога войны. Режем вены, вычем урон. Но напомним, резать вены — это очень плохая идея, никогда так не делайте. Так. Ключик. Открываем двери и спускаемся ниже. Ух ты ж, ёжики. Она сейчас с тобой сражаться будет. Ух ты ж, ёжики. Так, естественные монстры получают плюс 52 в броню еще. Ну, броню-то ладно. 110. Что можем с тобой сделать? Ну, это... Пуньк. Не? Почему он не хочет его убивать? Он, видимо, с большим количеством здоровья, чем у меня. Имеется в виду. Ладно. Ну, погнали. Раз. Новый уровень. Берем себе еще ловкость. Обруч шторма. Что такое обруч шторма? Так, ну дает больше здоровья. Также шанс на попадание 4%. Плюс 3 здоровья за убийство. Плюс шанс крита и плюс больше опыта за убийство. Конечно, мы его надеваем. Так, можно, кстати, не забыть, что если мы встретим какого-нибудь хорошего... Рубашечку тоже можно будет взять, даже синее качество нам подойдет. О, снова вас двое. Надо расправиться как-то с тобой. Но на тебя сперва надо дойти. Так, длинный лук поиска и эрозии берем. Простую мантию берем, носить мы, правда, не сможем. Насколько длинный лук хуже, чем наш арбалет? У него меньше атака. Зато дает больше опыта за убийство. И выше шанс на попадание. Ну, давайте, наверное, пока поменяем так. Будем получать больше опыта. А потом, когда нам будет, может, не хватать немножко атаки, поменяем обратно. Так, крестик дает нам бессмертие на 3 хода. Надо было взять бессмертие, когда мы использовали ту монетку. До меня так вообще дошло. Итак, мы видим человеческую фигуру, лежащую на земле. Подойдя к ней, мы видим, что эта фигура встает. И мы понимаем, что показавшийся нам ранее человек есть никто иной, как мумия. Магия! Магия! Ты знаешь магию! Я хочу знать магию! Прошипел он своим сухим голосом. Он вытянул к нам обе свои руки, в надежде, что мы последуем его просьбе. Это выглядит странно, но весьма безобидно. Что делать? Давай дадим ему свою руку. Он крепко берет нас за руки, не давая ни единой возможности вырваться из его хватки. И мы начинаем ощущать, как слабость проходит по нашему телу. Вторую свою руку он кладет нам на голову. Вспышки воспоминаний начинают возникать перед нашими глазами. Получив все, что ей надо было, мумия отпускает нас и уходит освояси. Вместе с ней уходят и некоторые знания о магии, которые у нас были до этого. Мы потеряли одно свое заклинание. Ой, да не страшно. Тисовый щит возьмем. Главное, что вот это заклинание у нас осталось.
Однажды на этом месте происходило нечто удивительное, говорят нам. Так, возьмем предмет какой-нибудь. Он, наверное, будет стоить дороже. Так. Используемый предмет к комнатию. Убить случайное раненое существо. Давайте возьмем тебя, чтобы найти какой-нибудь предмет. На следующем уровне. И можно взять тебя, чтобы сразу убить элиту. Вот так. Не, бессмертие нам тоже нужно. Вот так. Мы предмет не найдем. Ну ладно. При входе на этаж мы замечаем наколотую на пику голову. У нас плохое предчувствие относительно того, что ждет впереди. Войдя внутрь, мы видим в толпу всяких разношерстных существ, выпивающих друг с другом. Судя по всему, мы набрели на местное подобие таверны. Как только они замечают наше присутствие, вся комната погружается в тишину. Мы ощущаем на себе присутствие десятка чужих взглядов. Как поступить? Они же сидят и упивают. Может, не зверь какой-то их атаковать? Ну, хорошо, вот я просто мимо проходил. Зеленокожие подняли нас на смех за такую трусость. И нам ничего не оставалось, кроме как удариться под звуки хохота. Вау, вау, я не этого хотел. Ладно, значит, на будущее встретим кого-то, будем все живы. Кто же знал? Так, монстров пока всех не открываем, богу камня пока не молимся. А, проклятая жаба. Цвет другого монстра, в случае смерти, максимум здоровья героя уменьшается на 2. Навсегда и это складывается. Отвратительно. Никто из вас не элитник. 23, мы не можем, у нас мана не хватает, да? Так, 25, 26. Чего у тебя? А чё? А, удваивает и перенаправляет полученный урон на другого монстра. Хорошо, давай мы его пока оставим. С помощью него мы убьем всех остальных. Если, конечно, нас не убьют раньше. Все. По 14 урона получает такое себя. Давайте возьмем себе еще больше ловкости. Подлечимся. Хотя вопрос. Бессмертие это просто не дает нам умереть или мы не теряем здоровье? Так, длинный посох возьмем. Используем тебя. Мгновенно убивает дальнобойное существо. Возьмем. Дальнобойные существа могут быть неприятными. Длинный лук находки тоже возьмем и даже посмотрим, что у него. 5 удачи. Регенерирует вражескую броню. Нет. Надевать мы его пока не будем. Храм богатства. Освещается рунными камнями. И можем увеличить количество золота, которое получаем. Нет. У нас проблема пока с рунами. Ну, кстати, к слову о рунях. Мы вот еще одну серебряную руну сейчас получили. А сейчас мы, наверное, получим еще экипировку. Мы броньку какую-нибудь, но броньки тут нормально нету. Латные рукавицы. Шанс крита увеличивает на 14%. А у нас с вами что? А мы уже ушли отсюда. У нас с вами шанс крита и удача. И в целом, думаю, неплохо. И еще единичка руны. Все. Весь этаж у нас исследован. Значит, спускаемся ниже. А новый враг, снайпер. Хорошо. Метаем в него ножичек, убиваем врага, получаем круглый щит.
Здрасте. Ой, неприятный какой. Так, атакует дважды. Все, видимо, монстры способны однажды воскреснуть. Бьет издали и отдает ману. Так. Кать, ты жилетник. Ты жилетник, можем делать вот так. Не забываем. Обруч ворона получаем. А мне кажется, у нас уже есть обруч ворона, да? А, у нас обруч шторма. Так, здесь 7 опыта за убийство, плюс мана, плюс 15% шанс на попадание. Здесь 6 опыта за убийство, но зато 3 здоровья за убийство получаем. И шанс крита, а не мана. И мне кажется, это все-таки чуть полезнее, чем то, что у нас нам предлагают. Давайте, наверное, поставим тебя. Откроем местоположение монстров. Обезвредим одну ловушку. Так, взрывается через 3 хода. 2 нет. Раз. Не взрывается. Но у нас мало здоровья. Внезапно. Мы можем отдохнуть здесь. Надо бы, конечно, больше клеток открыть, но... Немножко более тоже. Так. Новый уровень. У нас восстановили здоровье. Давайте повышать нашу ловкость еще больше. Надо было использовать заклинание. И тут тоже надо было использовать заклинание. Давайте постараемся не забывать про это. А, сколько можно ваших кислотных ловушек. Так, в магазине мы можем продать. Главное пока не продавать арбалет. Факел. Давайте вот карманные часы возьмем. Что у нас здесь? Нет у нас пока такой руны. Увы. Карта. На следующем уровне используем. Кожный колпак тоже возьмем. И давайте выучим какой-нибудь навык. Нам предлагают выучить навык террор. Плюс 4 урона на 4 хода. За каждое убитое существо в течение заклинания сбрасывается таймер и выучим урон. Да, давайте выучим. И спускаемся вниз, наверное. Выход там. Здрасте. Выйдите, пожалуйста. Ракушка падали. Мы тебя, конечно, возьмем. 5 силы нужно. 7% шанс на попадание. Контратакует на урон, равный 50% имеемой брони. Плюс 7 здоровья, плюс 13 удачи. Может, это неплохо. Надо будет силу тогда увеличить до 5. При повышении уровня. И сможем носить эту ракушку. Так, выход здесь. На выход пока не пойдем. Маны пока нету. Вот здоровье взять было бы неплохо. Здесь есть коготь бури. Довольно неплохой меч. Есть кольчуга кристалла, который дает немного сопротивления магическому урону. И длинный лук гончий, увеличивает шанс крита. В этом случае наш арбалет лучше был бы. Можно где-нибудь? О, как-то много урона он нанес.
надо с этим аккуратнее быть. Так, подсказка. Торговцы с радостью возьмут с нас подороже за редкие предметы. Такая вся подсказка, мне кажется, это довольно очевидная вещь. Ты прощаешь два других предмета в душе. Наверное, это не надо. Оп. Что у нас здесь? Шлем. Шлем возьмем. Ой-ой. Ёжики. Так, надо где-то восстановить здоровье. Так, ну вот немножко восстановили. Да ладно. 7 здоровья осталось. Нам немножко и до повышения уровня. Давайте какие-нибудь еще восстановления здоровья возьмем. Это что? Призывает. Так, кто из вас ключ хранит? Либо ты, можно же ты. Неясно. Ай. Навыкам нам не хотят учить. Недостойно. 4 здоровья. Ладно, 10 здоровья. Уже получше. 16 здоровья, все равно он нас убьет. Что делает шприц? Восстанавливает 10 здоровья и 1 ману. Давай. Так, 30. Давай разыграем тебя. Все, подняли уровень, полностью исцелились. Увеличиваем силу, чтобы надеть броньку. Эта бронька-то как-то совсем не о чем. А тут мы уже получаем шанс на попадание, плюс контратаку, плюс максимальное здоровье и удачу. Добытно турецкий лук ловкости у нас есть. Маска, на которой надо много души, которая лишает все видимые существа навыков. Так, слышишь? Умри, пожалуйста. Пожалуйста. Ох. Он снова нас чуть не убил, но возьмем себе предмет. Какой? Ну, возможность убить элитника. И, наверное... Не, магасратный червь нам не нужен. Это можем продать. Этот лук шанс на уклонение дает. Единичка маловато будет. Мы пока живем. Можем получить себе 15 брони. Все, мы исследовали весь этаж. Поэтому давайте спускаться дальше. Здрасте. Так, надо как-то до тебя дойти. Ты что, уменьшает урон врагов на 50. Давай вот так вот превращать предметы в душе. Пока, наверное, нам не надо. Так, ну, хорошие новости, этот товарищ нас сам по себе не атакует. Так, здесь можем получить еще немножко душ. Надо бы немножко маны получить, чтобы использовать навык. А вот, собственно, и мана. Но чтобы использовать, нам надо 2 маны. Так, можем 3 руна улучшить в другую. Вот, давайте получим себе хотя бы 1 золотую руну. Нам потом еще скрижали открывать. Ой, до тебя идти далеко. Неприятный ты. Ёжики. Что делать? Отключаем всех. Все, все отключены. А у нас 30 здоровья. Плохой забег был.
кажется, бег был неплохой, но вот в какой-то момент что-то пошло немножко не так. Ну и чё, мы обязательно сделаем еще забеги в этой игре, но это будет уже не сегодня. А мы с вами посмотрели на игру Runestone Keeper. Большое спасибо за просмотр и увидимся!